Тишины пошли. Так, последний день я в этой. Почему на не на Дейру Захаровой ведущие не отпустили? Вот так. Я на меня пригласила, я хотел поехать, но ведущие попросили меня остаться на поляне. Привет, ты одинок? Да, я одинок. Я одинок. Влад, вы настоящий мужчина, приятно смотреть. Спасибо большое, очень приятно. Они заявление подали или что? Они расписались в типа в каком-то игрушечном ЗАГСе. Чем они занимаются сейчас на проекте, с кем общаются? Ни с кем. Сегодня эфир смотрел, где ты ругался с Максом. Ну и как ругался, кстати, расскажите. Да, с Максом мы поругались, было недопонимание. Макс пытался меня спровоцировать, но у него это не получилось. Вот, но в принципе разрешили все на лобном. Ну, можно и так сказать. Потому что сегодня обсуждали как раз-таки тему моего дня рождения. Почему Алина на твой день рождения бросила тебя? Ну, так сложились карты, она вернулась в этот день на поляну и решили. Да, Макс вообще какой-то двойной тип. Ну, вот так. Макс тупой, как-то хорошо, что ушел. Не могу сказать так. Макс странно, его вроде выгнали. Да, все верно. Конфликт с Максом выглядит очень достойно. Благодарю. Очень приятно такое читать. Макса выгнали, ура. Ты молодец, поставил его на место. Спасибо большое. Да. Владос, ты крутой, держись, и будет хорошо. Спасибо большое. Держимся, ничего катастрофичного не произошло. Все нормально, все прекрасно. Ну как, относительно прекрасно, жизнь прекрасная штука, продолжается. Завтра начинаем возвращаться в тренировки, потому что было, ну, немного простое из-за подготовки к дню рождения и всему прочему. Вот. Но дальше больше. Ну что, ребята, сейчас буду готовить пост. Да, осталось найти хорошо достойную девушку. Не сложились отношения, поэтому пошел на проект. Вот. Ты очень умный, достойный приход. Просто приход к себе. Да, жду приход. Найди девушку отличную, если даже у тебя будет белка, то свою любимую уж вместе ловить белку. Да, что с девушкой там у вас дешевые шлюхи практически все. Ну, не сказал бы, девушки у нас хорошие. Ладно, ребят, Тёма мне скинул видео, сейчас буду готовить пост, выложу видео, следите, сейчас ближайшие там 20 минут, новый пост, интервью Артема про то, как мы худели, что делали, как делали. В общем, в Reels у меня там через 20 минут будет пост. Потом опять выйду в прямой эфир и можем пообщаться, обсудить. Вот, поэтому давайте. Всех обнял. Скоро увидимся. Ждите пост.